Послушай, Кузьмич. Да, Кузьмич, ты подробнее. Подробнее? Ну, хорошо. Слушайте, а мне нужна умная, как это, Роза Люксембург. Умная? Может, лучше недалекая, как платиновая американка? Может и так. Хотя лучше уж умная. Разрешите узнать ваш коэффициент IQ по шкале Рихтера. Это если учитывать нелинейную поправку Лобачевского-Лейбница-младшего? Или постевклидовую теорию дополнительных чисел при измерениях квазарных полей напряженности? Достойный ответ. Что за умную книжку читаешь? Метафизика астрального секса. Ого! А настоящий секс тебя случайно не интересует? Совершенно. Зато я знаю, что заинтересует. Что же? Камасутра 2! Реальная? Круче бери, виртуальная, на перфокартах. Вы меня заинтриговали. Так и было задумано. Несите, я жду. Никуда не уходите, мы скоро. Эй! Ты кто? Это я! Кто я? Я! Я! Голов! Василий Иванович, прекратите сейчас же! А что я сказал-то? Это он все. Ладно, ты... Ты как там? Хорошо, но вы лучше меня достаньте! Да мы бы рады, но как? Как? Ну, Василий Иванович, ну я ж просил! Молчу, Петька, молчу, продолжай. Этот подъемник. Я как раз стоял под ним, когда он вдруг совершенно неожиданно, видимо, упало давление. Это может быть только если кто-то догадался дернуть за мой рубильник. Вот уж воистину. Нет, ну как тут? Ну я ж прошу вас, тихо, говорите, юноша. Я и говорю. Кто-то дернул за потайной рубильник на пушке возле бассейна. А что сразу мы-то? Да нет, я ничего. Я только говорю, вытащите меня отсюда. И незачем так кричать. Конечно, мы постараемся вам помочь. Терпение, молодой человек. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Ну как? Надеюсь, все работает как надо? Какое там как надо? Стоило мне только на минутку покинуть пост, как какой-то идиот тут же запустил машину времени. И ракетные двигатели. Одновременно. В результате у меня вылетел блок предохранителей. Представляете? То есть теперь, если я правильно вас понял, мы застряли посреди океана? Именно. Центральный компьютер выведен из строя. И произвести любые вычисления временно не представляется возможным. К тому же какой-то варвар за время моего отсутствия свинтил колпак ментального интерфейса управления киберсистемами. Это не я. Да я и не говорю. То есть, может и так. Моя первейшая задача — заменить предохранители и заново запустить всю систему. Но... Я опасаюсь вновь покинуть свой пост. Когда случается такое, в общем, мне лучше безотлучно быть начеку. И вы, я правильно понял? Не сдвиньтесь с места до тех пор, пока не найдутся новые предохранители. Точно, я... Василий Иванович, мы должны ему помочь. Это единственная возможность для нас предоставить нашей начитанной мисс компьютерную версию Камасутры. Понимаете, без компьютера получить что-либо новое на перфокартах невозможно. А еще нужно посмотреть что-нибудь подходящее для нового ментального блока управления. Ладно. А как он выглядит? Ну, это, в общем, такой колпак. Надевайте на голову и... Ни слова больше.
Вот и пригодились. Смотри, заработало. Ура! Значит, мы сдвинулись с мертвой точки. Точно. Знать бы еще куда. Да куда угодно. Все лучше, чем так. Без руля и без этих, как его? Ветрил. Да, без них. Отличный колпак. Несмотря на почтенный возраст, он нам сослужит верную службу. Хорошо, что мы нашли этот автоген, правда, Василий Иванович? Да, Петька, и хорошо, что мы нашли этот колпак. Теперь мы сможем... Честно говоря, я даже не совсем понимаю, что именно, но что-то мы теперь определенно сможем. Ну что, этот подойдет? Этот? Ладно, попробуйте. Фух, вроде подошел. Работает. Система загружена. Сбоев не обнаружено. Ура, мы все починили. Вы можете требовать от меня любой награды. Я имею в виду все, что в моих силах. Тогда подскажите нам, что надо сделать, чтобы надиктовать компьютеру кое-какой текст. Текст? А какой именно текст? Художественный. Ну, это не так важно. Нет, это очень важно. Это настолько важно, что просто-таки принципиально. Понимаете, если вы хотите получить хорошую программу, то вам необходим человек с опытом в этой области. И чем ярче и разнообразнее его опыт, тем... Понятно. Ну что, Петька, какие будут кандидатуры? Ну, мы с вами, скорее всего, отпадаем. Он тоже. Придется устраивать опрос мужской части населения. А почему именно мужской? Такая специфика. В общем, это нужно... В общем, это долго объяснять. Но нужен человек с незаурядной фантазией в области... Молчи, Петька. Не говори ему ничего. А то он нас к своей аппаратуре на пушечный выстрел не подпустит. Ну, короче, в одной очень специфической области. Ладно, не хотите говорить, не надо. Ведите тогда этого вашего специалиста. Но учтите, я смогу уделить вам не более 45 минут машинного времени. Значит, нам нужен кто-то с действительно выдающимся воображением. Да. Как думаете, Василий Иванович, кто бы мог нам помочь в наших поисках автора компьютерной Камасутры? Может, этот? Давайте поговорим. Вы знаете, вот мы тут с товарищем Камдивом проводим опрос общественного мнения. Короче, скажите, товарищ... Вас посещают эротические видения? Посещают? Это мягко сказано, товарищ. Временами это переходит все грани приличия. Как вы понимаете, обычно коллектив на судне сугубо мужской. И вдали от своей красотки в голову лезут порой настолько шальные мысли, что... В точку, Василий Иванович! Бери его, Петр. Подсекай, так сказать, пока тепленький. Сейчас... Так вот, а иной раз уже под самое утро... Я говорю, а не хотелось бы вам, товарищ, принять участие в смелом сексуальном эксперименте? И что надо делать? Да от вас ничего и не потребуется. В целях продвижения советской науки, в
Вам наденут на голову такой электронный колпак, и надо будет за 45 минут нафантазировать, ну, как бы вам это сказать, максимально эротические зарисовки. В количестве не менее 89 поз. Ну, Василий Иванович, ну, не мешайте же работать с человеком. Я вообще-то не против, но только кто ж за меня тогда тут приготовит? Собственно, этим не должен заниматься я сам. У меня на камбузе всем заведует мой сын. Он ушел на минутку, уже очень давно. И что-то никак оттуда не возвращается. Я даже начал волноваться, не случилось ли с ним чего. В общем так, приведите мне сына, и я готов на любые ваши эксперименты. Заметано. Так где, вы говорите, он должен быть? Если бы я знал, неужели вы думаете, я стал бы кого-то просить его найти? Логично. Ну, мы пришлем его, как только увидим. Послушай, Кузьмич, тут говорят, у тебя победитовые сверла есть? Есть, есть! Да не про вашу честь. Не дашь? А на что вам? На что, на что? Сверлить! Чего сверлить-то? Чего-чего? Дыру тебе в башке, вот чего! А чего вы злитесь? Да для тебя же, стервеца, стараемся. Не дашь? Ну ладно уж, держите, последнее. Для себя берег. Хотя, нет, подождите. А организуйте-ка мне сперва какую-никакую закуску. Фу ты! Какую такую закуску? Ну, воблу там или тарань. Че, сами не знаете. Учить вас надо, какая закуска бывает. Не, не надо. А вот какие жмоты бывают, это я никак не могу усвоить. Короче, тащите мне воблу, дам сверла. А нет, пальцем себе сверлите. Не, вообще, фиолетово. Милейший, вас когда-нибудь душили во сне? Эх, кабы я спал! Вот клоун! Ладно, Петька, поищем воблу, что ли? Докатились. Теперь можно и разобрать. Только руками его особо и не разберешь. А что, если нам от этого агрегата кусок оттяпать? Будет у тебя кусок толстой железной палки. Так я и хотел. Вот тебе твоя рыба счастья завтрашнего дня. Что, принесли? Ну, держите тогда ваши сверла. Эй, как ты там? Молчание. Точнее, сопение. Значит, жив пока. Что нового? Да вот, думал якорь старый подпаять. Да припой кончился. Якорь подпаять? Монументально. А вы думали? А теперь ты решил припоя на станке насверлить? Да ну, это так, халтурка одна. А, понятно. Ну-ну, халтуришь, значит.
Так бы и врезал. Воспитание собака мешает. Пруд нужен не тут. Пруд не тут? Хе, Пушкин прям. И не говорите, Василий Иванович. Сам иногда диву даюсь. Да, сломано, однако. Да, поработали вы, Василий Иванович. Это все ты, ковбой, ковбой. Ну, я и потянул. Логично, логично. И символично. В смысле? В смысле отлично, Петька. Шучу я просто. Настроение, может, у меня хорошее. А, ну, это для нас всех не просто подарок, а большая радость, так сказать. Да, хорошая. И не надо мне его портить. А кто портит? Я вон дрель нам соорудил. Думаете, так просто? Это вам не лобби, а кушать. Сверлим, Петька? О, да. Получилось? Хотите проверить? Незачем. Просто переспросил. Так получилось или нет? Получилось, получилось. Не подходит. Во-первых, палка слишком толстая, и ее надо сперва обточить. А во-вторых, надо бы в торце штырька просверлить специальную дырочку, чтобы насадить потом нашу палку в торчащий из этого крепления штырек. Но ты, Петька, даешь. Высверлить дырочку в штырьке, чтобы вставить палочку. Да Фрейд бы полжизни за такого клиента отдал. А че? Я ж просто хочу сделать новый рычаг взамен сломанного. Ага. А вот по Фрейду это бегство от импотенции. Понял? Да ну вас с вашим Фрейдом. Это у него этот Эдипов комплекс. Ну что, обточим? Обточим! Фрейд, ее побери! А что, очень даже? Ты уверен, что так будет нормально? По диаметру все точно. Вроде рычаг у нас никто не просил. Этот рычаг сюда... Как по маслу. Почти. Неплохо, значит. Ну что, Василий Иванович, попробуем? А что делать остается? Давай, Петр, покажи-ка высокий класс. Интересно, что у нас там в гараже сейчас произошло?
Да не переживай ты так, Петька. Все нормально будет. Вот уверен. Завидую я вам, Василий Иванович. Вы так уверены, будто собственными глазами все это видели. А ты не завидуй. Интуиция командира штука тонкая. И владеть ею надо б на виртуозно. Не знаю, как там интуиция, а я бы пошел посмотрел, как там наш несчастный вылез из-под подъемника, а ли до сих пор так и мается. Ну, пойдем тогда, коль не шутишь. Потерпи, парень, мы тебя вытащим. Опа, подняли. Ну вот, так-то лучше. Спасибо. Я, пожалуй, пойду. Вот только оклемаюсь немного. Ну и мы тогда пойдем. А ты как оклемаешься, к папке беги. Он тебя уж заждался, небось. Ха! А тут уже никого. Вот ведь обманул наскок. Так, что ли, получается? И сынишка тоже хорош, нечего сказать. Погодите, Василий Иванович, не стоит спешить с выводами. А вдруг наш кок уже к программисту в машинный зал отправился? А сынишка, может, по его поручению слинял куда? Да мало ли. Пойдемте перво-наперво машинный зал проверим. Вдруг он уже там нас дожидается. Вы где? А мы это грешным делом подумали, что ты куда-то сбежал. Да что вы. Вы же спасли моего сынишку. Как я мог? Да-да, не волнуйтесь. Клиент готов. Можно начинать. Надеюсь, вы принесли перфокарты. Перфокарты? Сейчас поищем. Что за ящичек? Бардачок называется. А почему? А потому что в этом маленьком бардачке обычно творится большой бардак. Неужели? Да ты сам посмотри. Сейчас. Никакого бардака, только карточки какие-то валяются. Прихватим на всякий пожарный. Хеф. Это, случайно, не ваши? Не мои. Тогда все окей. Бери, Петька. Взял. Карты. Это очень хорошо. Положите на комод. В смысле, вставляйте скорее. Куда? Туда, в ЭВМ. Ну вот, все на местах. Хорошо. Не будем терять времени. По моей команде начинай фантазировать, и все в ажуре. Легко сказать. Тут темно и неудобно. Давай-давай, напрягись. То есть расслабься и приступай. Нет, не могу. Мне нужно вдохновение. Настрой, так сказать. Вот если бы вы мне хоть брошюрку соответствующую подбросили. Ему еще брошюрку подавай. Так сойдет, не расклеишься. Господа, время пошло. Вот видишь, давай быстрее, ну, фантазируй.
Представь, что ты приехал домой на побывку к жене на один день. Точнее, на 45 минут. Во-во, и она тебя ждет еще больше, чем мы сейчас. Подождите, так дело не пойдет. Стой! Выключи свою машину. Вот так. Теперь объясните, что именно вам мешает? Что мешает? Да все. Вот вы, например, все трое мне мешаете. То есть обычно мне вообще никто не мешает. Но вот так, на заказ, я нафантазировать ничего эротичного не могу. Говорю же, мне надо что-то такое увидеть. Или хотя бы прочитать. Ну ладно. Будет вам чтиво. Только не криминальное. Я понял, понял. Эротическое. Вот дают. Ну, давайте попробуем еще. Значит так, сначала я, и тут она делает, и потом я... О, да. Да, дорогая. О, да. Ага, получилось. Надеюсь. Да, все нормально. Это невероятно, но мы это сделали. Осталось только перевести все в печатный вид. Вот. Новый, так сказать, виртуально-сексуальный завет. То есть новое слово в мировой эротике. Держите. О, вы тронули меня. За самый гипоталамус. Тогда, раз вы теперь такая тронутая, извольте пройти в медсанчасть. С вами? Я попрошу. Во-первых, не с нами. А во-вторых, мы же договорились... Ну да. В общем, почему бы и не в медсанчасть? Хорошо, идите. Я дочитаю и тотчас же приду. Ну что, Кузьмич, умная приходила? Да, умная и возбужденная. Их что, две было? Да нет, одна. Но лучше бы две. Что, так хорошо? Не то слово! И так же мало. То есть все нормально? Как бы не так, я же говорю, маловато будет. Кузьмич, у тебя совесть есть? Ведь мы же договаривались. Мы на что договаривались-то? Что у меня реальный стимул жить и вам помогать появится. И что, не появился? Ну, как вам сказать, не то чтобы не появился... Но прям вам скажу, маловато. Маловато будет. Я так и знал, Петька. С этой интеллектуалкой каши не сваришь. Василий Иванович, и вы туда же. А что, дело ясное? Ну, тогда я даже не знаю. Пойдемте продолжим, что ли? Кто там у нас остался по списку? Это ты у Кузьмича спроси.